Депутаты проверяют. Владимир Шапкин и Григор Агикян провели контрольный выезд в микрорайон Чкаловский. Дом 2 по улице Циолковского – один из старейших в микрорайоне. Он был построен в 1937 году. В нем когда-то помимо квартир находились объекты бытового обслуживания. Потому старожилы бывшего военного городка называют этот дом жилкомбинат. Сегодня здесь идет капитальный ремонт. Работы проводит компания «Стартен». Начались они еще в прошлом году. Были предусмотрены виды работ, такие как замена ГВС, ХВС, канализации, ЦО, стояков в квартирах и в подвале. Вот, также работы по ремонту стропильной системы, ремонту чердачного помещения и замены кровли непосредственно на профлист. Сейчас в доме идет ремонт инженерных систем. Частично он уже выполнен. При замене кровли здесь производится подбор соответствующей цветовой гаммы. Целиком капитальный ремонт в этом доме планируют завершить в 2022 году. Такие же работы в городском округе Щелково начнутся в этом году в отношении более чем 50 домов, отметил депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. И все это в рамках государственной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов». Это важная программа. Это комфорт проживания жителей в возрастных домах. Вот мы сегодня смотрели дом 37-го года прошлого века. Конечно, капитальный ремонт здесь необходим, и он проводится комплексно всей инженерной сети и кровли. Фасад здесь будет утепляться и укрепляться фундамент. То есть все по полной программе. Владимир Шапкин подчеркнул, что работы по капитальному ремонту в доме на Циолковского 2 выполняются без отселения жильцов. Подрядчики, администрация, управляющие компании сталкиваются с проблемами, когда кого-то нет дома на работе, а нужна замена стояков. Кто-то в квартире сделал ремонт и не хочет, чтобы ему поломали то, что сделано. Приходится договариваться. Но вот в этом доме удалось управляющей компании решить все эти вопросы. В ходе выезда в микрорайон Чкаловский депутаты также осмотрели новый лифт в одном из подъездов дома по адресу Бахчеванжи-1. Замечаний к организации, которая занималась монтажом и установкой лифта, у них не возникло. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.